В сериале «Запретный плод» допустили ошибку, поставили динамит на будущее сериала. В последний период внимание зрителей привлекает сериал «Запретный плод», который стремительно выходит вперед. У него есть успешный актерский состав и сильная история. Шиваль Шан впервые исполняет роль злодейки, только есть совсем другая деталь, которая привлекает к себе внимание в сериале. Алихан Таждемир – привлекательный, богатый молодой человек, роль которого исполняет Анур Тура. Тукче Качак исполняет роль Лаль, бывшей возлюбленной Алихана. Самая большая мечта Лаль – не позволить Алихану быть с кем-то, кроме нее, и выйти за него замуж. Только она знает, что Алихан не любит ее. На самом деле Лаль не влюблена, как сумасшедшая, в Алихана. Ее цель – состоять в браке с мужчиной из светского общества. Поэтому она выбрала для себя Алихана. Мы не ожидаем, что в последующих сериях она будет исполнять более позитивную роль, особенно после того, как узнает о романе между Зейнеп и Алиханом.